Он на коробке так написано. Так что сама виновата. Попробуй еще разок по инструкции. Это история об отношениях между матерью и дочерью, о нелегком выборе, о национальном достоинстве и постколониальном синдроме. Роль Морин Фолан в пьесе «Королева красоты из Линейна» для Екатерины дебют. Она с детства желала играть на сцене, и вот мечта сбылась. Я не хочу рассказывать полностью об этой героине, потому что у каждого должен быть, ну, свое мнение о ней. Либо она сумасшедшая, либо она несчастная, либо она убийца, либо она... человек, который погряз в какие-то свои фантазии. Роль серьезная, сложная. Всю жизнь я тяготела к искусству. Я всегда активно принимала участие в каких-то мероприятиях. То есть что-то придумывала, там, писала стихи. То есть всегда мне это нравилось. И вот сегодня я осуществила свою мечту всей жизни. Я играю на сцене в театре. Театр «Танк», который так и расшифровывается. Театр Андрея Нартова в начале октября поставил провинциальный трагифарс в одном действии по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. В спектакле только 4 персонажа, из них 2 главных. Их роли исполняют непрофессиональные актеры. Это своего рода особенность театра Андрея Нартова. Даже звонят, спрашивают, а кто у вас работает, какой у вас актерский состав? Я говорю, кто? Бухгалтер, менеджер, учитель, ученик, военный. То есть у меня нету ни одного профессионала. Это с ними легко, они слушаются, они вникают, и я их не ломаю. То есть вот какой есть Мэг, да, вот Катя, какой есть характер, такой и есть. Впереди у театра «Танк» гастроли по Дальнему Востоку и масса премьер, среди которых комедия «Три плюс код». Этот спектакль будет показан в России впервые. Театр Андрея Нартова получил эксклюзивные права на показ от драматурга Евгения Шестакова. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.